Hello dear students, and today we begin the lesson number 6 on the topic Our World. Здравствуйте, уважаемые ученики и ученицы. И сегодня мы начинаем урок номер 6 по теме Наш мир. Давайте познакомимся с целями урока, как всегда. Lesson objectives. To use new vocabulary from the exercises. В первую очередь, по окончании урока мы должны уметь использовать новые слова из упражнений, а их будет сегодня немало. Второе. To recognize new vocabulary by ear. Узнавать новую лексику, новые слова на слух. И забегая вперед, я скажу, что сегодняшний урок – это почти полностью урок аудирования. То есть мы сегодня будем много слушать и воспринимать информацию на слух. И последнее. To use specific vocabulary about ecology in your answers. Использовать особую лексику, особые слова по теме экология в ваших ответах. Open your books at page 12 and find exercise 1. Откройте ваши учебники на странице 12 и найдите упражнение 1. Там дан текст. A plastic problem. Проблема пластика. Ваша задача прослушать этот текст и из слов, выделенных синим, выбрать одно верное, то, которое вы услышите в озвучке данного текста. Итак, приступаем к прослушиванию. Track 1.9, Unit 1. Vocabulary and listening. Exercise 1. A plastic problem. People use a lot of plastic bags, and they often throw away the bags afterwards. They don't often reuse or recycle them. When we destroy plastic, we pollute the land or air. It isn't a good idea to burn plastic because it poisons the atmosphere. The alternative is to bury it. But some plastic doesn't decompose for over 1,000 years. Now, please, find exercise 2. Найдите упражнение 2. По идее, нам нужно работать в парах, но мы будем отвечать на вопросы самостоятельно. Ask and answer the questions. Итак, ответьте на следующие вопросы. Давайте разберем, что они значат. Do you throw away or reuse plastic bags? Вы выбрасываете или используете повторно пластиковые пакеты? What do you and your school do with rubbish? Что вы и ваша школа делает с мусором? How can you reduce waste in your home? Как вы можете уменьшить отходы в вашем доме? Номер 4. What happens to rubbish in your area? Что происходит с мусором в вашем регионе, в вашем районе? 5. What things are harmful to the environment in your area? Какие вещи вредят или вредны для окружающей среды в вашей области? В вашем районе. Слово area – это вообще как бы территория. Ну, в вашей местности. Можно считать так. На эти вопросы не нужно отвечать письменно. Это просто вопросы для размышления. Подумайте, что бы вы могли ответить на это на английском. Какие слова вы бы использовали? А теперь новые слова. Какие-то из них вам уже известны, какие-то встречались в предыдущем задании, а какие-то окажутся новыми. Давайте прочитаем их и озвучим. Coast – coast – берег. Marine – marine – морской. Seaside – seaside – побережье. Shocked – shocked – шокированный. Upset. Upset.
расстроенный. Documentary. Documentary. Документальный фильм. Throw away. Выбрасывать. Throw away. Далее довольно сложное слово. Оно вам уже известно, но у многих проблемы с его произношением. Unfortunately. Unfortunately. К несчастью или к сожалению. Seabird. Морская птица. To poison. To poison. Отравиться. То есть poison может быть существительным, яд, а также глаголом. To poison. Отравиться. To escape. To escape. Спасаться. Далее. Camera woman. Фотограф. Но именно по отношению к женщине. В общем, это не только фотограф, а человек, который занимается съемкой. И в английском языке существует разделение по половому признаку. Например, если это мужчина, мы бы сказали cameraman. А так как это женщина, мы скажем camera woman. Дальше вы поймете, к чему это и к кому. Следующее слово – council. Council. Так называется местный совет, орган самоуправления, наподобие мэрий или акиматов, или подобное тому. Решать. To decide. To decide. Слишком занят. Too busy. Too busy. Загрязнять. To pollute. To pollute. Обсуждать. To discuss. To discuss. Серьезный. Serious. Serious. Использовать повторно. Дословно переводится как переиспользовать. To reuse. Reuse. И последнее. Cloth bag. Это тканевая сумка. Сумка, сделанная из ткани. Все эти слова попадутся вам в тексте аудио. Поэтому прослушайте их еще раз. Если вы плохо запомнили их звучание, и попробуйте прочитать их самостоятельно. А теперь переходим ко второй части нашего аудирования, Battle of the Bags. Так называется данная аудиозапись. На картинке изображена та самая женщина, a professional camera woman. Вам нужно сейчас прослушать небольшую запись о ней. И упражнение 3 на странице 12. Вам нужно в правильном порядке поставить предложения, в том порядке, в каком они будут идти в аудио. Это первое задание. Итак, приступаем к прослушиванию. Track 1.10, Unit 1, Vocabulary and Listening, Exercises 3 and 4. Hello and welcome to SOS Environment. Today we are in a pretty seaside town in the south of England. We continue our radio series with The Battle of the Bags. Rebecca Hosking lives near the coast in the south of England. When she saw how plastic was affecting marine life, she decided to do something. This is the story of a young woman who decided to change people's ideas. Rebecca Hosking is a professional camerawoman who lives near the sea. She loves the sea and sea animals, but she was shocked and upset whilst she was filming a wildlife documentary in the Pacific, because she saw how many animals were dying because of all the plastic in the sea. People throw away plastic, but they don't think about where it goes. Unfortunately, too much plastic goes into the sea, and there are now millions of tons of plastic in our oceans. Sometimes animals, such as seabirds, for example, think that it's food and they eat it. It poisons them. They also play with pieces of plastic and they get inside bags, but then they can't escape from them. In Rebecca's opinion, we don't recycle enough and we use too much plastic and too many plastic bags.
she decided to do something about plastic bags in her hometown. First, she spoke to the council, but they were too busy. Then she spoke to everybody in the town who had a shop and told them how plastic was polluting the sea. She organised a meeting with the shopkeepers and they all discussed the problem. They agreed that the problem was serious enough, so they talked to everyone in the town. They decided to stop using plastic bags, but they needed something new. So now, all the shops in the town sell cloth bags, which are better because people can reuse them. Rebecca's town is the first place in Britain where there are no plastic bags. Nobody will give you a plastic bag thanks to Rebecca. When there are enough people interested in an environmental problem, then it's possible to change things. If you want to know more about the Battle of the Bags or how you can help with other environmental problems in your town, look at our website. А теперь вторая часть аудирования. Прослушайте еще раз и в упражнении 4 на странице 12 выполните упражнение на true or false, то есть мы пишем правда или неправда. Данные предложения переписывать не нужно, вам надо просто поставить номер 1 и выбрать букву T или F, исходя из того, что вы услышите в аудио. Всего предложений 6. И последняя часть аудирования. Мы послушаем ее же репортаж через год после событий предыдущего текста. Послушайте, что изменилось. What was different a year later? Что было по-другому год назад? В данной табличке написаны различные словосочетания, большинство из них вам известны. Мы так или иначе проходили их в самом начале этого раздела. По мере прослушивания подчеркиваете те вещи, о которых она говорит. Track 1.11, Unit 1, Vocabulary and Listening, Exercise 5. We decided to return to Rebecca Hosking's town a year after she started fighting the bags. Here's Tina Rowan, our correspondent from the town of Modbury. What's different in the town today, Tina? Hello there. Well, to start with, it's impossible to find a plastic shopping bag anywhere. But the most important thing is that people are looking for other ways of getting rid of plastic and other dangerous products. As Rebecca Hosking says, bags are only a very, very small part of the problem. Shopkeepers are replacing plastic packaging with brown paper bags. They're doing this for things like plastic sandwich boxes. Glass bottles are replacing plastic ones. You can buy green washing powder in cardboard boxes now. The main thing is that people are trying to change their habits and they're talking about it. А на этом наш урок закончен. Как всегда, вернитесь в начало видео к целям нашего урока и сверьтесь. Понимаете ли вы информацию на слух? Хорошо ли вы ознакомились с новыми словами и использовали ли вы эти самые новые слова в своих ответах? Разумеется, слова по теме экология. Может быть, это бутылки, пакеты, мусор и так далее. Если вы считаете, что вы еще плохо запомнили слова, вы можете вернуться к моменту, где я их проговариваю, и прослушать и повторить их еще раз. И попутно запомнить значение еще лучше, если вдруг вы запомнили не все. So, now our lesson is over. See you next lesson and goodbye.